Всем привет, это Джей, какой-нибудь там не очень хороший микрофон, как обычно, у меня уже заканчивается, и пики это синоменные, и все такое. Так, игра. Все, теперь я буду играть за жруна. Паладоса нафиг. Хочу быть жруном. Давно. Ты так жрун. Жрешь, сколько можно жрать ты мне? Во-во, вот это предъява. Я мало готовишь тут целыми днями, нас с кухни не вылезали. Наглая ложь. Я сегодня... Еще и вру, да я тебе буду теперь крысиный яд еду подсыпать. Ничего страшного. Я сегодня даже на работу еду не брал, так что не надо. Это твои проблемы. Я приготовила. То, что ты не взял, это уже это... Не ко мне. Чтобы не осталось на вечер, и ты не готовила вечер. Вот как это было. Какой ты забот. Очень забыл. Против нас шаман. Алекс. Просто Алекс или Лев Алекс? Я тоже за Льва подумал. Да? Мадагаскар Форевер. Да. Дураков мысли сходятся. Говори за себя, пожалуйста. Я в своих интеллектуальных способностях не сомневаюсь. Я тоже не сомневаюсь. Ты просто знаешь, что ты дурак, да? Чего сомневаться? Действительно. Итак, на самом деле у него, видишь, сколько покеболов трава. Mm-hmm. О, вот это неприятно. Ну, он ему карту не работает. Это просто это... Он не смеет! Я думаю, а здесь, в принципе, можно его не убивать и задровать его, но это вряд ли получится. Скорее меня заубивает тем, что куча мелких хлебов, скорее всего. Так. Зашабирует или нет? Я прогнила изнутри. Ну ладно, может по картам удастся его прожечь. Надеюсь. Я надеюсь. Так, крик. Шесть урона. Сзади крик. Так, что ты не творишь? Она все еще. Да, я уже вижу. Пока не особо. Я не хочу две кары тратить на этот дешеванный тотем. Угу. Буду надеяться, что я его смогу отконтролить и это. Тогда он просто по картам просядет. Песок поглотит все царства. Вот сейчас самое время для игры. Но он, конечно, мне не придет. Лира, сыночек. Да. Фиг мне, не Лира. Карты. На самом деле очень зря. Что зря? С тотами его это не убило. Еще видишь, у него полная рука. У меня тут контроль заканчивается. Mm-hmm.
Ну ничего, он потратил все две лягухи, ща я как им дракона. Жах. Он вот все две лягухи потратил. Ну ты просто отвлеклась. Пробудитесь, дети мои. Хотя надо было оставить и дождаться мотылька. Ладно, пусть он просто боится. 9-9. Сколько это будет продолжаться? Блин, сейчас он как кинет на них плюс 3 к атаке. Жажду крови. Ну что, я на следующий ход такой же войск себе отожру, только драконами 3-3. Если он у меня, конечно, всех драконов не поубивает. Да. Но остается только на 10. Да не, мне кажется, он сейчас тоже будет контролировать. Ну, блин, драконы, в принципе, дело сделали. Армию они проведили. У него плюс по картам, а у меня по хитам, но я в топ-деке. Ты иногда такие непонятные слова говоришь. Топ-деки — это когда я... У меня что приходит, то на стол будет. Да. Приветствую тебя, проснулся. Доброе утро. Ментальный крик. Где ты? Ты нам нужен. Да. Лира. Вот. Я несу новый рассвет. Я думал его вернуть. Соберись, тряпка. Не могу собраться. Не выходит. Не рычи, солнце. Да как тут не рычать? Беспредел такой. Ну, вообще. Фара. Ты чё там? Мой бой!
Ментальный крик, ты как всегда не вовремя. Но он все равно сейчас кинет этого дрожжегота и все. Уже не буду я с ним здороваться. Он, во-первых, не здоровается со мной, а просто издевает. Сыграно. Ну это вообще, ты знаешь, это колода как у этого была, у дроида. Призвать трех пеньков, дать им бафф на плюс 2 к атаке и все. Это называется колода, мне надо просто жить. На кишку. Особого ума не надо. Главное жить. Я еще хочу. Ну давай. Я тебе сразу говорила две игры. Нет, одно. Ну вот, вот видишь как. Я ж не знал, что я так. Я вот тоже не могу, когда проигрываю, я не могу закончить. Мне надо выиграть, и тогда с спокойной душой заниматься. Антуин! Джайна! Микки 98. Не стоило напрашиваться. Свет дарует мне победу. А я на. Надеюсь, это так. Беспредел. Что я тут делаю, скажите мне? Сидишь? Сижу. О, смоляной страж. Все равно, самая лучшая карта это Спазмокляк! Самая лучшая карта это Дриней. Ну, каждому свое. Вообще, самая лучшая карта это Лира Сыночек. Сколько раз он мою жопу спасал? Твою жопу уже ничто не спасал. Ты куда? Верни на место. Я гулять пошел. Поставь, где взял. Я мечтаю быть похожей на тебя. Эх, карты у меня нету. Да. Он услышал, что я цыган и решил такого нахуй, у меня там кони. Нет, так не пойдет, он меня не устраивает. Никакого морального удовлетворения. Вот. Должна быть хорошая такая игра. Чтобы не обидно было и проиграть, и выиграть. Ну, Дрожжеглот это вообще обидно, какой-то колод. Он просто дождался двух карт и кинул. Нет, я думала, ли она же. Но нет. Не стоило напрашиваться. Свет дарует мне победу. Да. Умер обосраться статуя, как ее назвали. Недалеко ушли. Все умрут, сказал Баку. Я с ним согласен. Умрут все, но не я. Все умрут, а я останусь. Тоже вариант. Из разряда все говно, а я царь.
Положи это яблоко себе на голову. А, ты царица, ты блудница, ну и это фарфор. Это сейчас что-то очень странное происходит. Жопу спасать. Это дело полезное. Весьма. Я с деньгами! Блин, он говорит «Тас Динго», а мне всегда слышится это «Лизгинка». Учитывая то, что тролли так и позиционируют, как каких-то гопарей. Есть там это в каком-то приключении босса, который споры ядовиты для героев. Один удар и все. Престом очень легко проходится. За одну ману берешь его под контроль, и эту спору и бьешь. В твоих руках. И дальше да. Что же делать? Я понятия не имею. Нашла тебя. Песню-то ты вспомнил? Песню-то я помню, а кто ее поет-то нет. Развлекайся. С овца. Овца. Не люблю овцу. Не люблю такие гадкие карты. Яд, фигурку, овцу. Ну я блин, они очень необходимы. Они такие противные. Убивать убер что-то. Берем поле обратно. Ай-на-най-на-най, шоколадные. Ну а теперь осталось дождаться светлячка и внутреннего огня. Да. Ну и чтобы дракон не помер. Желательно. Хотелось бы. Ну, хотя я могу опять клирика сделать 36-36. 32-32. А, 32-32. Интересно. Было такое, помню. А вот его. Пробудитесь, дети мои. Волна огня есть. Зря клей.
он ее не кинет. И очень-очень-очень зря. Дайте мне внутренний огонь. Да, сейчас внутренний огонь придет. А он ее сейчас набьет, и он уже не будет у меня 20-20. Окей. Окей. Включаю ментальный дислокатор. Да ты издеваешься! Ты у него атака 4, я его никак не убью. Ну ладно, волна огня. Не буду ментальный крик пока использовать. А что, волна огня у него всех не убьет? Давай, бей дракона, бей дракона. Бей. Еее! Красавчик. Поздно. Да, очень поздно. Кто-то ранен? Блин, мне нужно слово. А, ну хотя я могу сейчас вот этого просто бафнуть и убить меня. Если пришло слово тьмы смерть, я бы бафнул этого и убил его. Я сейчас подумал, зачем мне это? Я же могу бафнуть этого и убить его. Но слово тьмы смерть теперь нужно все равно, потому что надо огра-то убивать. Так у этого же атака 4. А, ты забил его? Да. А, ну да. Тоже вариант. Ну, я еще ошибаюсь, сейчас на щит на нее накину. Чем волну огни? Значит. Ай-на-на-на-на-на-на, шоколадные. Чем ответит когда нам... нечего сказать. Да. Чем ответит нам команда Pepsi? А я уже говорил. Не срам. Ай, чё, он у тебя не сработает. Все равно. Уничтожает всех, начали его хода. Если он сейчас не кинет эту свою ледяную. Чтобы они у меня не ходили. Неплохо сыграно. Ну как сказать? Ну как? Ну да, я согласен, колоду у него стал. Слава Синдарай! Сильнее, конечно. Вот ты ж, блин, ну он вообще. У меня был бабл. Он мог кинуть его, и он бы бафнулся от бабла на 3-3. Ну, да. Видишь, насколько меня уже скинуло, мне недавно начавшись начинаю. Эй! Вот почему мне их не дают? Мне дают каких-то монстров. А потому что ты побеждаешь часто. Да ни хрена подобного. Ладненько. Это было отлично, это было неплохо, местами больно. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Не болеть, не кашлять. До свидания. До свидания.